Привет, меня зовут Гусин Кирилл, я разработчик спиннингов Nordstream. И сегодня, находясь на берегу красивой реки Черноземья, хочу рассказать о новой серии лайтовых спиннингов, как раз вот в тему, вот в эту вот. Спиннинги называются Adept 2. Собственно говоря, у нас уже есть Adept 1, достаточно известный, популярный, там, хорошо продающийся инструмент. А чем отличается? Adept 2 стали немножко помягче, это во-первых. То есть они из варианта сильно упористых там приманок, выдирания рыбы там из травы и прочих вот их дел, которые нужны для мощности, они перешли в разряд более универсальных, более, скажем так, адаптированных под вот такую вот ловлю спиннингов. Собственно говоря, при этом мощность, надежность осталась на том же уровне, но в целом спиннинги серединка, вершинка стали чуть-чуть помягче. Строй изменился не сильно кардинально, тот же средний, быстрый, но вот жесткость у них меньше. Вот у меня в руках, например, 662 модель с тестом от 2 до 10 грамм. Собственно говоря, если сравнивать с предыдущими вариантами Адепта в том же длине, в том же тесте, у нас получится, что вот это вот гораздо изящнее и гораздо адаптированнее для работы на низах. В любом случае, надо понимать, что 2 грамма – это все-таки самый-самый низ. То есть какую-нибудь 2-граммовую колебалку кидать нормально можно, вести и чувствовать нормально можно, но все, что меньше, это уже в другую категорию, в категорию ультралайта. Что еще по вот самому спиннингу? Значит, во-первых, поменяли держак, поставили копию ТВС-а. Во-вторых, кольца оставили те же Seaguide. Seaguide – максимально облегченная вершина, ну, чтобы, понятно, улучшить как бы чувствительность. А что еще? Собственно говоря, строй, я уже сказал, средний-быстрый, с возможностью как бы работы в широком диапазоне приманок. Я вообще очень люблю средний-быстрый строй, потому что он позволяет, с одной стороны, использовать довольно упористые приманки, с другой стороны, нормально работать с легкими приманками, с минимальной по тесту. И при этом же, что еще самое важное, чтобы хорошо держал рыбу. Галавль, конечно, не относится к той рыбе, ну, например, галавль в данном случае, которая там легко сходит, с одной стороны. С другой стороны, бывает всякое, поэтому чем более прилипчивая палка к поведению рыбы, тем оно лучше. Вот, что такое 66-й? Давайте сейчас чуть-чуть подробно по модельно. 66-й – это как бы эта модель наиболее, наверное, универсальная из всех адептов в плане возможностей. То есть здесь никакого джига, спиннинг заточен под упористые приманки раз, под не очень упористые, там, те же колебалки два, но единственное, что, конечно, как я уже сказал, от 2 грамм лучше от 2,5. И этим спиннингом даже можно подвинчивать вот все, что в размерах там до 70 миллиметров, если это не сильно-сильно упористо. То есть такой коротыш-универсал, единственное, в чем он будет не очень, в своем тесте, опять же, по тесту, это в джиге. Плавно переходим к следующим моделям. Это модель 702 с тестом 3.12. Вот здесь уже с джигом будет все намного лучше. Значит, если 662 это именно коротыш, которым нужно точно, не сильно далеко, но точно коротко кинуть и вытащить там рыбу из трудных мест, там из травы, например, то вот здесь все немножко по-другому. Он чуть помягче. Вершина, понятно, что пожестче, поэтому тест 3.12, но в целом весь, вся жесткость спиннинга, она как бы немножко меньше, это не такая злая зубочистка, как 662. Что нам это дает? Нам это дает очень хорошую, уверенную работу с крэнками. То есть в первую очередь вот модель 3.12 это крэнковая, крупноколебалочная палка, которая в первую очередь, на мой взгляд, оптимально подойдет именно для белого хищника. Именно для головля, при ловле на разных размерах рек, но главное, чтобы там не было дичайших-дичайших кусков травы, в которых надо стоять голову, чтобы можно было его оттуда взять. То есть жесткость, она здесь есть, она присутствует, но все-таки это не кол. Поэтому моментально вот этим вот, вот этим соотношением строя и жесткости мы убиваем двух зайцев. Легко кидает, хорошо все чувствует, и при этом, собственно говоря, не является дубиной, то есть сделать правильный заброс, сделать правильную проводку достаточно легко. Следующая модель у нас будет 732 с тестом 4.15. Зачем? Вроде бы как бы есть у нас уже модель вот 3.12, семерка, которая позволяет использовать почти там все крэнки и прочее. Нет, не совсем. А для чего вообще сделан 4.15? В первую очередь это работа с достаточно упористыми крэнками. То есть спиннинг крэнковый. Спиннинг рассчитан на крупные крэнки, там, пятерки, 48-е, вот
Zero Footer 48 здесь, пожалуйста. Вот для таких вещей сделана эта модель. 732 с тестом, соответственно, 4.15. Далее, для чего еще? Понятно, что твича никакого нет, но джигом ловить можно и нужно. Потому что второе направление, с которым вот это удилище великолепно справляется, это именно легкий джиг. 4, 5, 6 грамм начало, все, конечно, зависит от условий, от толщины плетенки, от объемности приманки. Но, в принципе, как бы вот 4 грамма с небольшой резиночкой на тонкой плетне я вполне спокойно контролирую. То есть я это вижу. Вот, значит, еще раз, для понимания, средний быстрый строй нам позволил, с одной стороны, ловить этим удилищем на джиг, с другой стороны, таскать достаточно упористые кранки. Вертушки. То же самое, что и кранки. Я вообще, в принципе, не сильно разделяю, потому что по упористости вертушка, она как бы близка именно к кранку. Если не превосходит его, если честно. Что еще? Твич. Твич нет. Твич только очень неупористые варианты. То есть, опять же, там, 50-ки, 60-ки, не более того. Как бы, все-таки, если твич, то лучше смотреть сейчас вторую модель. Собственно говоря, последняя, четвертая модель в серии Adept 2, это еще более взрослая. TS518. Ну, тут уже вполне логичный вопрос вышел, а зачем? Объясню. 5.18 именно в лайтовом исполнении, вот таком вот, оно, опять же, сделано для того, чтобы можно было ловить, а, легким джигом, б, кидать не самый крупный колеблющийся блёстный для ловли жереха. Вот, например, на такой воде как бы нам не нужен Кастмастер 21 грамм. Здесь 18-й зачастую будет перебор. Вот. Дальше, для чего еще? Еще более упористые кранки. Ну, там, например, с углублением 2,5-3,5 метра. Вот, ловим мы, условно говоря, белую рыбу. Ну, здесь условия не позволяют, как бы мелковат этот участок реки. Но вполне себе часто мы используем кранки с углублением 2,5 метра на сильном течении. Простите, какая жесткость должна быть у спиннинга, который сможет нормально провести приманку. Вот для этого 5.18 как раз. Вот, как я уже сказал, джиг в том числе, потому что вот я не сильно люблю узкоспециализированные лайты, потому что как раз вот, на мой взгляд, лайтовая рыбалка, это всегда непонятно, на что ты будешь ловить. Сегодня у тебя это голавль, завтра отошел пониже с переката окуня, и все равно это легкие, мелкие как бы приманки. И я считаю, что любой лайтовый инструмент должен быть достаточно универсальным. Ну и вот, собственно говоря, вот этот Adept, это как бы такая, на мой взгляд, вполне удачная попытка сделать относительно недорого, то есть, ну и цена вопрос бюджетный достаточно, и нормально, то есть спиннинги позволяют ловить разными приманками в разных ситуациях, в разных условиях. Ну, собственно говоря, на этом все, наверное. Я пойду на воду, вечерочка уже начинается. Вот, а вам не хвоста, ни чешуи, подписывайтесь, смотрите, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Как буду в городе, отвечу. Все, всем пока.